أنا ولدت منطقة اسمها جديدة عرتوز، هي مثل ضيعة. كنا هناك كتير مكيفين. كنا بسوريا نحنا، لما كنا بجديدة عرتوز كان يصير ضرب، كان في رمضان بتسحر. كنا لما نتسحر نحنا بصير في قصف وضرب. طلعنا أنا وأختي وأبي وأمي، لما طلعنا فجرة قنبلة فوقينا وهر كل شيء كزاز بالبنايات علينا، وأختي صارت تصيح. إجا مسكها ابن عمي حملها وركض فيها على جدي وصارت تضربه، وهي بتقول له لا تركني، وهي صارت تصيح إنه ما تحسد حالها شو عم تعمل. هي صارت تبكي كتير هي، وصار في قصف وضرب كتير، وإحنا انضرب بيتنا، ابن عمي كمان مات بالضرب. Это мой друг, зовут его Мохаммед. Он сириец, беженец. Мы познакомились в августе 2015 года в берлинском лагере для беженцев. Я только начал работать там волонтером и сразу обратил внимание на этого мальчишку. Он приехал один, ни отца, ни матери. Совсем один. Хотя Мохаммеду было всего 14 лет. И теперь ему предстояло выживать в совершенно чужом для него мире. Таких, как Мохаммед, сегодня миллионы. Миллионы судеб, израненных, покалеченных войной. Я расскажу вам несколько историй, свидетелем которых мне довелось стать. Все истории о человеческих трагедиях, о людях, которые хотели сбежать от войны. Я тоже, как и Мохаммед, когда-то бежал от этой войны. Она забрала всех близких мне людей. Но увидев этого мальчика, услышав его рассказы, я вдруг захотел домой, в Сирию. Я захотел увидеть Сирию такой, какой она сегодня стала. Страна, осколки которой разбросаны теперь по всему миру. Я знал, что это будет долгая дорога через несколько стран и континентов. Но это будет дорога домой, в мою родную Сирию. Это семья Мохаммеда. Отец, сестра и мать. Семья Мохаммеда живет в Джерамане. Это пригород Дамаска, сирийской столицы. Обстрелы, бомбежки, теракты здесь стали привычным явлением. Такая жизнь невыносима. Надо было бежать. ففكرت جازف بالولد لحتى أحسن سفره، فسفرته يعني جازفت فيه وتعبنا كتير لحتى جازفنا فيه. يعني أنا ما كنت موافقة أول شيء، ما كنت راضية على أني بس على الوضع ومشان هو يعني ما ضل في مستقبل له وهو تغلط. صار في مشاكل كتير، بخاف عليه يطلع على الشارع، بخاف عليه يصير له شيء على الطريق، مشاكل كتير. Эту запись мне показали родители Мохаммеда.
последние минуты перед расставанием. Впереди у него долгая и опасная дорога в Европу. Многие из тех, кто ее выбрал, пропали без вести. تعبنا كثير كثير تعبنا لأن كل لحظة ما كان الطمع عليك إنه تعب أكثر وأكثر يعني مرت فترة إنه ما في تليفون بيننا وبينه يعني كنا مرتاحين شوي بس من بعد حمان قطع الاتصال ما ضل في اتصال فقلبنا صار على نار وصارت عنده المشكلة إنه الأتراك قوسوا عليها الحدود. От Дамаска до города Хама чуть больше 200 километров. И еще примерно столько же до границы с Турцией. Сообщение о том, что турецкие пограничники застрелили сирийских беженцев, которые пытались пересечь границу, спасаясь от насилия на своей родине. Эта видеозапись, предположительно, была сделана в первые моменты после трагедии. Погибли по меньшей мере 6 человек из одной семьи. Теперь Мохаммеду предстояло добраться до Измира, что на западе Турции. Этот город на побережье Эгейского моря стал самой большой перевалочной базой для десятков тысяч беженцев, стремящихся в Европу. Тела 104 беженцев, которые пытались пересечь Средиземное море, найдены у западного побережья Ливии, близ города Зуара. Среди погибших много женщин и детей. Не исключено, что их число возрастет. Почти 500 человек, мигрантов, гибнут каждый месяц в водах Средиземного моря. Это как два огромных самолета, заполненных пассажирами. Но если любая авиакатастрофа тут же вызывает резонанс в прессе, то на погибших беженцев порой просто не обращают внимания. هي أخطر مرحلة اللي كانت علينا ما نمنا الليل ضلينا ضايجين ما نعرفين شو نساوي فكنا تعبانين كثير ما نمنا الليل نحن نفكر شو صار معهم غرقوا ما غرقوا كان في بحر وكنا خايفين كثير من البحر لأنه إذا غرق البلد ممكن نموت ولما وصلنا بخير وسلامة الحمد لله كله كيا لحتى الله يسرنا معهم بعد ما فتح اليونان بيومين لحتى اتصلوا فينا ما كان في اتصالات منهم Мохаммеду повезло. Он выжил, доплыл до Европы, сумел сбежать от войны и дал шанс своим близким. У них появилась надежда вновь собраться всем вместе. Европейский закон о воссоединении семей пока дает такую возможность. Но у многих сирийцев не было возможности попасть в далекую Европу. Когда грянула война, они убежали в соседний Ливан. Этот лагерь называется Мужама ар-Рахман. Я приехал сюда в яркий солнечный день. Меня встретили веселые дети, приветливые женщины и мужчины. Казалось, что жизнь здесь проста и беззаботна, несмотря на временные трудности. Но стоило завести разговор о Сирии, как улыбки тут же исчезали. طابق والكل ما خلت شيء أربع صواريخ فراغية حطت بالبيت وين أنا خلت العضاية صارت بديرة الشجر صار بديرة كله تفرطع الساعة 11 بالليل ما عرفناها طب جت الصواريخ صفقتين خمسة فرد عيلة ما خلت غير كنة والله المرة اللي نجيب عليها مشهد الله غير هذا المرة سلمي واقف تعال مهبول أنا كنت في زرعة وبيتي فأجى الخليفة يقول سيكا جاي فرنح فرنح طبت لي جنب البيت فردتني شكل صغير طلعت وفوق ولادي سنين وشتتنا أنا طلعت سحبوني يوم طلعوا لي هاي بيت تدمر Касим, так зовут этого мужчину, после ранения без сознания был доставлен в ливанский госпиталь. А когда очнулся и окреп, его перевезли сюда, в лагерь. Связь с семьей прервалась.
Он не может их найти из-за войны в Сирии. Когда Касим слышит голоса мальчишек и девчонок, которые играют около палатки, ему порой кажется, что это голоса его детей. Дети остались где-то там, в такой далекой и счастливой прежней жизни. И Касим почти потерял надежду, что она когда-то вернется. Всего в лагере живет около 150 семей. Они из разных городов и деревень Сирии. Многие убежали только в том, что на них было надето. Времени собираться просто не оставалось. И теперь приходится обживаться на новом месте. حوشنا من الأرض نقينا بس عاد لازم أحمد أديسة حتى تجيب الأجرية ونكمل الطبخة هذا أكل السوريين طعامهم خيوط احنا هناك فاتوا داعش يفوتوا على هالضيعة اللي بيلقوا فيها نسوان بيضربوها مرة كبيرة بيضربوه ما بيخلوه مرة بيضربوه ولد صغير بيضربوه ما بيخلوه حدا اللي بيلحق حاله بيهزم واللي يكون أكل أكل واللي يكون ضل بمحله يكون الله حمده أول ما طلعنا بالباص من حلب لحمص من حمص للشام ومن الشام على الحدود من الحدود جينا تهريب ما دخلونا نظامي طلعنا تهريب أول مرة لقطونا تاني مرة ضمطنا أول مرة لقطوني كان ابني هداك بيبي صغير أخذوا المهرب راح ابني مع المهرب وأنا ضليت لحالي بالجبل كمشونة الدرك تاني نهار ضليت نايمة على الحدود نهارين بالبرد بعدين رديت فتت فت كمان على الجبل لأن كان هذا بيبي صغير وبعدها ما رديت رحت على سوريا ضليت هون يا عم يا متصورين جود خلصتها سيريا Более 200 тысяч сирийцев бежали из страны в результате вооруженного конфликта. Сирийские беженцы, скопившиеся здесь, оказались в крайне тяжелых условиях. В палатках жарко и пыльно. Люди остро нуждаются в питьевой воде, продовольствии и медицинской помощи. Этих детей я встретил на окраине лагеря. Держались они как-то обособленно от других. Опекали мальчишек и девчонок две женщины. Но я понял, что передо мной одна большая семья, только когда заговорил об этом с Хасамом. هاي ثلاثة وين هاي أربعة هاي خمسة وين تعال حموشة وين رغية هاي تسلسل عم أعطيكي ستة سبعة وهديك ثمانية وين لا لا محمد وهذا صغير تسعة تعال محمد هذا تسعة هذا آخر شيء سوين عملية وخالصين ما ضل في ولاد. إيه صاروا تسعة وأنا وهي 11 عشرة 11 وعيلتي الثانية ستة زوجتي الثانية ست أنفار يعني 17 نفر يعني 10 15 17 الاثنين يعني عندي مثل هاي عندي وحدة ثانية يعني مثل هاي Yeah.
В этой семье многие дети светловолосые и голубоглазые. Можно даже спутать с европейскими мальчишками и девчонками. Но шансов попасть в Европу у Хасама, его жены, детей нет. Они теперь нищие люди. Такими их сделала война. العصر قبل المغرب وبالليل له تفحيمتين بفحم بيفقد الوعي قد ما سمع ضرب بسوريا. Я попал в этот лагерь в конце декабря, и мне рассказали, что накануне была самая настоящая снежная буря. Хоть это и Ближний Восток, но зимы здесь, в долине Бека, суровые. Тряпичные стены палаток не спасают даже от ветра. Что говорить о 20-градусном морозе? В Ливанской долине Бека разместилось около 400 тысяч беженцев, и недавний снегопад уничтожил временное жилище некоторых из них. У нас есть подтверждение смерти 6 детей. Это связано с погодными условиями в Сирии и Ливане, но эта цифра, возможно, сильно занижена. С начала военного конфликта в Сирии более 1 100 000 человек бежали в соседний Ливан. Теперь в условиях минусовых температур многих из них отделяет от улицы лишь тонкий тент палатки. Хасам крутится как может. Буквально на пустом месте он сумел хоть как-то наладить быт своей семьи. В лагере, как и раньше, регулярно привозят гуманитарную помощь, но пользы от нее мало. Самую большую и удобную палатку отдали под школу. Значит, есть надежда на будущее. Сюда приводят всех, от малышей до подростков. И учат не только грамоте. Детские годы всегда остаются в памяти временем счастья. А какое детство запомнят эти дети? Неужели жизнь в лагере потом будет казаться им светлой и безмятежной порой? Я глядел на эти лица и вспоминал свою подругу-художницу, тоже сбежавшую от сирийской войны. Она рассказывала мне о своем детстве. بحس إنه أنا يمكن بكتب وبرسم بسبب الذاكرة الغنية عندي كتير لإلها علاقة بمرحلة طفولتي. Я встретил Кефах в то же самое время, что познакомился с Мохаммедом. Ей не пришлось плыть на лодке через бушующее море. У Кефах хватило денег и связей сделать себе визу и улететь в Европу на самолете. يومي ببرلين ببلش الساعة 7:30 بلن المنبه أنا مفيق حضر حالي بروح على المدرسة ببلش الصف تبعي الساعة 9 وبخلص في الساعة 12:15 الظهر. Okay, super Kefach. Und vielleicht
kann Ayhan fragen und du antwortest. بخلص درس الألماني غالبا برجع البيت هذا هو نهاري برلين ويكرر كل يوم نفس الشيء الحياه تستمر. Пособие беженца хватает только на то, чтобы сводить концы с концами. Но Акифах старается выкроить хоть немного денег на любимое дело, на мольберт и краски. Акифах в Сирии была известной художницей, даже получила национальную премию за оформление книги. Но потом в дом Акифах пришла война, и она ушла на фронт. Это был ее фронт, гражданский, гуманитарный, но где так же, как в реальном бою, гибнут люди. لكن فيها بسوريا كنا نحاول نوصل مساعدات للأماكن المنكوبة مثل حمص ودرعا مساعدات الإنسانية في بعض المناطق كان الناس وصلوا لمرحلة ما عندهم شيء يأكلوا كان الأطفال يأكلوا ورق الشجر إحنا المرات كنا بمنطقة بحمص وكانت منطقة حوصرت من الأمن السوري كان في كثير من القذائف والاشتباكات كان في عدد كبير من الشهداء Islamic State claims it's behind the twin explosions earlier that hit the city of Homs يومتها يعني ما فيني اقول اني انا كنت خايفه او ما خايفه لان بهي بوضع انه انت بمكان ما بتعرف إذا هلأ ممكن تموت أو لا ما عاد بتفكر بالخوف بتصير بتفكر بس إنه شو فيك تعمل كنت حس حالي إنه عندي قوة كتير إنه أنا أشتغل وإنه أنا ساعد الآخرين بالتأكيد بعد ما كانت تهدى شوي الأمور ونرجع على بيوتنا كتير أنا أحيان كنت انهار نفسياً وأبكي و وحس إنه ما في جدوى من الشيء اللي عم نعمله ما لنا قدرانين. Мне хорошо понятны чувства Акифах. Порой я сам не мог сдержать слез, помогая беженцам. Вначале в Сирии, потом в Ливане. Может, потому и сбежал в Германию, что больше не было сил видеть голодные глаза детей. И когда оказался в Европе, думал только об одном – все забыть. И начать жить сначала. Все оставить в прошлом. Но вскоре понял, что сбежать от прошлого невозможно. Значит, надо учиться с ним жить. И помогать другим. Помогать таким же, как и я. Сирийцам, убежавшим от войны. Самый дорогой дофе в Сирии сейчас около 60-70%. من سوريا مدمرة وأسوأ ما هنالك هو تدمير النفوس دمر الإنسان السوري من الداخل في على أي مكان إذا في سوريين اثنين مجتمعين فهن عم يحكوا عن اللجوء عن كيف ممكن واحد يهرب من الحرب لا أدري ربما الأمل الأمل هو الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نبقى متمسكين به على أمل أن تتوقف الحرب ونعود يوما ما إلى سوريا
للأسف اليوم أنا برا البلد عايشة بألمانيا. الشغل الوحيد اللي قدرنا نعمله إنه نحن نحكي، إنه نقول للعالم هيك عم يصير بسوريا. كثير المجتمع الغربي ما بيعرف عن سوريا كبلد أو عن الشرق الأوسط بشكل عام. بيعرفوا الشيء العام اللي بيطرحه الإعلام أو الميديا. الحرب في سوريا لم تعد حرب سورية ولم تعد مشكلة نظام ومعارضة. اليوم الحرب في سوريا هي حرب عالمية. Солнце светит всем людям одинаково, и в мирной Европе, и здесь, в Ливане, недалеко от войны. Война в Сирии стала общей трагедией. Сейчас я еду в Бейрут, столицу Ливана. Там, в Бейруте, за несколько десятилетий вырос целый город беженцев из разных стран. Со своими негласными законами, со своей общей судьбой. Хасан родился в лагере беженцев, и, в отличие от родителей, Ливан для него родина. С ней он связывает свою дальнейшую жизнь. Хасана здесь знают многие. Он работает в кафе, готовит угли для кальяна, варит кофе, убирает посуду. Ему 14 лет. Кстати, варит очень вкусный кофе. Говорит, что рецепт сам придумал. Наверное, лукавит. Хасан и его друг Тарик стали моими надежными проводниками по закоулкам и трущобам лагеря для беженцев. Это город в городе. Десятки тысяч жителей. Первые беженцы появились здесь в 70-х годах прошлого века. У них уже выросли дети, появились внуки. И они не знают другой жизни, как в этих трущобах. Сегодня лагерь стал прибежищем и для многих сирийцев, бежавших от войны. С мальчишками мы пришли за лепешками в пекарню, где работает Мумин. Он приятель Хасана. Я смотрел на его ловкие движения, и меня не покидала мысль, что этот парень везде сможет заработать себе на жизнь. В любой стране. У этих людей война стала частью повседневной жизни. Экран телевизора порой напоминает им окно. Кажется, что откроешь его и увидишь разрушенный город. Услышишь выстрелы, разрывы снарядов. Они привычно смотрят по телевизору войну, которая совсем рядом. أنا في صاحبي بعرفه كان معي بالمدرسة لبناني هو سافر هو وأمه وبيه وإخواته بالبحر بالسفينة فهن رايحين من تركيا على اليونان وهول تهريب فودعته كل شيء تاني يوم بيجيني خبر إنه هو توفى وقتها بكيت أول مرة كثير بكيت وزعلت عليه ما
Вечером Тарик пригласил меня к себе домой в гости. Хасан тоже пошел вместе с нами. А вскоре заглянула и их подруга Раван. Я понял, что этим детям нравится быть вместе. Но разговоры у них порой были совсем не детские. هي مشكلة يعني لازم لها حل لأنه مش بس إنه الواحد عم بتهجر من وطنه ما عم بقدر يعرف يعيش حتى لما عم يتهجر على البلد الثاني ما في لحقوق ولا عيش مثل العالم. В тот вечер, когда я встретился с ребятами, Тарику надо было готовиться к экзаменам, и друзья ему помогли. Они давно привыкли сидеть над учебниками все вместе. Если подросткам удастся сделать уроки и свет ни разу не погаснет, это считается удачей. Сегодня удача обошла их стороной. В лагере все равны. Тут нет ни богатых, ни бедных. Все одинаково нищие. Нет национальных различий. Национальность у всех общая. Беженец. لما اربح لما كمان بنبسط لما اربح لما لما العب لما اسبح كمان بنبسط لما انجح بالامتحان كمان بيي بقول له امني حسضلك هيك شد على حالك بركي بتصير أحسن يعني لو سقطت يعني ما حيعمل لي شيء بس إنه بيضلوا راكد وراي حتى أنجح بقول لي حافظ على طموحاتك مش بشي المخيم هو حلو بس نتسلى كتير بننبسط يعني حياة حلوة شو بدنا نعمل عايشين مخيم حسن и Тарик из семьи беженцев, но Бейрут для них родной город. Общаясь с этими мальчишками, я часто вспоминал встречу в другом городе. Вспоминал семью, которую война забросила за тысячи километров от родных мест. Регистрация есть у вас? А где же она у вас? А регистрация где? Это вы с 13-го года нелегально здесь находитесь? Нет, нелегально находится, не мог регистрироваться. А где вы живете? Обращались к нам уже? В Инсеке. В Москве вы живете. Кирилл Анатольевич, вот у нас нелегал еще 13-го года. Сирия. Два года здесь живет нелегально. Чем занимается, неизвестно. Сейчас мы его запишем в журнальчик и отправим штрафоваться, правильно? Беженцы – обычное дело во многих странах мира. В России ими занимается Федеральная миграционная служба. Надия подрабатывает в ней переводчиком. Она тоже сирийская беженка. Сбежала от войны туда, где когда-то началась ее жизнь. Родилась в Москве. Мама русская, папа курд из Сирии, из Кубани. Потом поехали в Сирию. Жили в Сирии, все было хорошо, нормально. Мама работала, папа работал. Моя мама самая первая русская женщина, которая вот приехала в Кубани в те времена. Немножко было тяжело, но ее большая любовь к папе. Все терпела, жили очень хорошо.
была такая самая счастливая семья у нас. Но это еще когда эти были боевики, когда вошли. Город Кабани. Здесь раньше жила семья Надии. Когда-то Надия шла по этим улицам в таком же белоснежном платье. Но тогда Кабани выглядел совсем по-другому. Мне было 16 лет, я замуж вышла. И вот родила своего старшего сына в 17, в Хамуде. Потом Ахмат сразу же. В 2000 году родился Амин. В 2008 Талат. Все у нас было, жили хорошо, спокойно. И вот потом вот началась вот эта война. Беда пришла в сентябре 2014 года. Террористы начали наступление на Кабани, родной город мужа Надии. Тысячи жителей бежали на запад, в Алеппо, где проживала семья Надии. Но вскоре террористы добрались и до Алеппо. В центре внимания Сирия. Срочное сообщение поступает из Алеппо, где, по данным Российского центра по примирению, идет масштабная атака боевиков. Я потеряла мужа. Всех русских стали убивать, всех светленьких. Маму убили, потому что она русская. Она была у меня дома, вот на кухне, жарила картошку около окошка, и то застрелили, пуля в нее попала и умерла. Я набрала силы воли, собрала детей, там, документы, то, что могла, и решила уехать в Турцию. Ну, убежали как бы. Мальчиков, машина была пикап такая, вот мальчиков я там спрятала просто на них. Вот, сама с маленьким вот впереди сели, и нас вот довезли до границы Турции. Как мы пересекли границу, зашли в Турцию, буквально там, не знаю, несколько часов этот весь взорвали, вот этот пункт. Кто там остался, всех убили? Помнишь, Талат, помнишь что-нибудь? Нет. Вообще ничего? Дома все дома. Детской психике свойственно вычеркивать из памяти тяжелые переживания. В Турции их испытания не закончились. Это неудивительно. 2,5 миллиона беженцев спасаются там от войны. Турцию мы не смогли снять квартиру, нам никто не дал. То есть сирийцев не любят. Вот, они все вот, вы ябанджа, это значит, вы чужие. Потом побоялись в аренду мне давать. Женщина одна, четверо детей, вдруг не смогу оплатить. Я через интернет общалась с Москвой. Много очень друзей у меня было. Ну, все сказали, приезжай, поможем. Здесь хорошо, здесь помогают. Продала свое золото, я там собрала деньги, то, что могла. Купили билеты, приехали в Москву. Нас встретил близкий друг, знакомый он был. Ну, встретил, повез к себе домой. На другой же день они сказали, извините, четверо детей мы не можем. У них у самых как бы квартира эта маленькая. Вот, и, конечно, для меня все изменилось. Та Москва, та Россия, которую я приезжала, когда приезжала в гости и приехала как беженец, то совсем все другое было. И как трудно ей не приходится, Надия хотя бы знает русский язык, говорит практически без акцента. А для других сирийских беженцев эта страна абсолютно чужая. Сегодня их в России проживает около 2000 человек. Да первый год он весь вообще такой тяжелый был. У нас в Сирии все-все было. А здесь вообще ничего. Очень трудно было. Надо было, чтобы мне устроиться на работу. Жизнь вынуждена. Я все добивалась, вот, найти работу. Потом я все ходила в диаспоре. Видела там много сирийцев. И они нуждались в помощи в переводе. Я вот начала им переводить, помогать. Там каждый перевод, ну, в день $10. Тогда доллар 30 рублей было. Это, ну, 300 рублей. Это даже не на метро, как бы. Ну, я все равно согласилась, лучше, чем ничего. Но я верила, что все будет хорошо.
мне сейчас вот в жизни, да, и то, что я держусь и сильная, это вот мои дети, мои мальчики, это вот мое счастье, мою силу. Я ради них живу. И очень боюсь их потерять. Война не только убивает, лишает родины и ломает семьи. Она нарушает равновесие в мире, наносит удар по тому, что пока еще помогает его сохранить. Это центральная улица древней части Пальмиры, античные колонны, остатки зданий. А вот там была арка, которая известна нам по учебнику истории за 5-й класс. Террористы взорвали ее практически в первые же дни после того, как вошли в город, для того, чтобы продемонстрировать: ваши ценности для нас ничто. Я приехал в Баальбек, сюда война не дошла. В этот ливанский город почти на границе с Сирией. Сотни тысяч сирийцев бежали от смерти через Баальбек. Ему более 2000 лет. Некоторые блоки, из которых построены эти римские храмы, уникальны. Ничего подобного нет нигде в мире. Они почти в 10 раз превосходят самые большие камни пирамиды Хеопса в Египте. Раньше Баальбек был туристической меккой. Сюда стремились со всего мира. Это в мире не бывает. Это в мире не увидите. Это специальное ливанское. Вы можете здесь посмотреть, как для защиты. Хамад Хасан еще немного помнит русский язык. Когда-то он учился в России в Первом Московском медицинском институте. Сегодня Хамад занимается спасением памятников культуры. وأثر على الوضع الاقتصادي بالمدينة أثر على الدخل الفردي للمواطن المعلبكي بعد ما صار في احتلال لتدمر بسوريا وبلشوا جماعات الإرهابية من داعش ونصرة يهدموا هاي البالميرا والآثار بتدمر نحن حقيقة كمجتمع محلي وكسلطة محلية عشنا مرحلة من الخوف. Это естественно. В отчетах ЮНЕСКО я увидел фотографии безвозвратно утерянных памятников прошлого, разрушенных в результате войны в Сирии. Террор не пощадил великую историю. هاو الإرهابيين مش بهمهم بس يقتلوا البشر كمان عندهم عقدة تاريخية ومشان هيك عم بيدمروا كل الحضارات اللي مرقت على هاي المنطقة واللي مشان هيك نحن كان عندنا خوف من ارتكابات الجماعات المسلحة. Слушая Хамада Хасана, я понял, что он не представляет своей жизни без этого древнего города. И если и сюда придет война, ему некуда будет бежать. Я возвращаюсь домой, в родную Сирию, в страну, разрушенную войной. Возвращаюсь, потому что верю, рано или поздно безумие остановится. Среди тех беженцев, которых я встретил на дорогах Ливана, очень много христиан. Для бандитов ИГИЛ они первая мишень. Неважно, католик ты, протестант или православный. Главный христианин – значит враг. В начале века было примерно нос-в-нос. Нос-в масихиин и нос-в муслимин. Мؤخرًا كان هناك فقط حوالي 5% من المسيحيين والآن أغلب هؤلاء تركوا. أكيد عنا في 1600 عائلة إجوا من سوريا مقسمين على 4 مقاطع عنا بسد الهوشيني بسم الله في السيرة قد تجد قد تجد قد تجد يلا
школа дина. الحرب الموجودة بسوريا مبينة مش حرب سوريا بس لأنه حرب إقليمية الدول إقليمية عم بيحاربوا شو عندهم مصالح شو عندهم شو الهدف من الحرب ما حدا بيعرف بس أكيد سهلوا لدولة إسلامية أو بالأحرى داعش لتعمل بأعمال إرهابية بسوريا الأعمال الإرهابية بسوريا عم بيكون لكل السوريين حقيقة يعني إذا صار عندي أطفال بتمنى يكونوا هدول الأطفال أقدر يكون أنا وياهم بسوريا بيسعدني ما فيني أتخيل بصراحة إنه يكون عندي أطفال وما يكونوا بيعرفوا سوريا أو والله ما يكونوا عايشين بسوريا أو ما يكونوا بيعرفوا كل هاي الأماكن اللي هي بذاكرتي أو بالنسبة إلي هي الذاكرة فأنا أول شيء بتمنى أني أقدر أعمله أني أعلمهم يحبوا سوريا حياتي بالمستقبل حابة يكون لي مثلاً جوزي يكون حلو ويكون مثقف لأنه هاي أهم يكون لي بنتين توأم وصبر أنا بالمستقبل أنا هلأ عم بدرس إن شاء الله إذا الله نجحني يمكن أقدر أنا لبناني يعني بقدر أعيش هون استقر أخذ شغل وسافر أنا ما بدي بس إن شاء الله الله يفتح بوجهي عشان أقدر أعيش و بتمنى بس لصير كبير بتمنى صير دكتور لأنه أنا بحب مادة البيولوجي فبتمنى صير دكتور لداوي المرضى مجاناً يعني عشان أي حدا مريض ما معه مصاري فقير ساعده وما ياخد منه مصاري طلعنا لعند هذا اللي معانا بالهايم اسمه أبو محمد طلعت أنا غفلت شوي على المخدة عندهم كنت عم بحلم بأمي وأبي كنت عم بحلم أنه هن إجوا لهون ورحنا نحن على حديقة وكتير كيفنا ولعبنا لما فيقني هو أنا فكرت أبي اللي عم بفيق Я вернулся в Сирию и первым делом выполнил просьбу Мохаммеда. Нашел его семью. Мы решили позвонить ему, но пришлось очень долго дозваниваться до Германии. Связь постоянно прерывалась.
Аж бы так? Ja, da schuss einmal mich an Visa. Was hat Robert mich an Lura? Ah, ja, nee, das ist nicht so. Du kannst ja auch mal was von dir machen. Aber ich mach الله يفرج على البلد بابا الله يفرج على البلد ان شاء الله الله يفرجها انا واتقول ما قلت ما بعته قول من اللي طلع الله يجمعني فيه الله يجمعني فيه